Подготовка к новому учебному году в Якутске идет полным ходом. Капитальный ремонт проводят в двух школах, в 14-й и 23-й. В последней планируют заменить всю систему отопления, а также утеплить спортивный зал, заменив старые оконные рамы. Ремонт начали с 4 июля. На сегодня полностью удалены ветхие трубы, ведут установку новых. Выделено 4 миллиона 900 тысяч с копейками. 4 миллиона, почти 5 миллионов выделено. Ну, это и на спортивный зал, и на систему отопления. А на сегодняшний день то, что запланировано, сделано, но подрядчик еще планирует добавить количество рабочих на объекте для того, чтобы успеть 25 числу смонтировать всю систему отопления.